Друзья, здравствуйте! Сегодня я заступил на вахту на мой любимый пароход Тайсунг 422. И вот сейчас я вам хочу снять панораму города Владивостока, бухты Золотой Рог, которую я давно вам не снимал. И вы посмотрите на сидящих в тихой бухте чаек, настоящие и ржавеющие пароходы, дальзаводы. И вот на этом причале, который раньше тоже был дальзаводом, сейчас он стал таможней. Таможня везет напрямую контрабанду из иностранных портов. Короче, козлы. А вот этот пароход, вот Севастопол, он постоянно ходит на север, завоз. Видите, набрал автобусов, техники разной, и попрет на север. А вот этот пароход, Тайсунг мой родной, можно сказать, ну, правда, корейский. Да я сам немного на корейца похож уже стал. Глаза что-то постоянно сужаются и сужаются. Не пойму от чего. Короче, друзья, смотрите, вот это вот Батман стоит, пароход рыбацкий, рыболовный. Дальше я не знаю, какой стоит. Там стоит, да ерунда разная стоит. Ну стоит себе и пусть стоит. Вам-то какое дело до нее, да? Вот чайки голодные прилетели пожрать, а им никто ничего не дает. И я не дам. Я сам жрать хочу. Эхе-хе. В этой конторе, кстати, к слову, будет сказано, я немножко на нее обиделся. Они деньги в этом месяце мне вообще не заплатили. Там было 4000, представляете, они перенесли на ту месяц. Это закон подлянки называется. Я кушать хочу. А они не знали об этом. И не прислали мне денег. Скунсы ароматные. Вот теперь я буду ждать после 5 августа, когда мне за мою педагогическую деятельность заплатят. Ха-ха, если не заплатят, то будет классно, да, друзья? Ну ладно, у нас в России всяко бывает. Я думаю, я переживу и такое банкротство. Было и хлеще в моей жизни, ничего. Вот я думаю, вы, посмотрев на мой ролик жалостливый такой, где я плачу, рыдаю, страдаю и все остальное, сделайте мне небольшие донаты, представляете? По 25 рублей с члена нашего государства было бы неплохо. И я бы тогда перестал плакать, представляете? Ну ладно, друзья, я пойду бдить, а то вдруг там погранцы придут. У меня уже был конфликт с погранцом. Вон, кто-то уже идет. Блин, пойду проверять. Вон. А, это не ко мне. Это не ко мне. Это женщина куда-то идет. Ну и пусть идет. Все, а я завязываю, друзья. Все, сейчас вот дотяну до 10 минут, ровно до 4 минут. И, ой, что я вам показываю? А, поближе город покажу. Вот это классно. Вы сейчас посмотрите город с ближнего расстояния. Вы же давно его не видели. Давно я вам этот занудливый, противный, долбанный Владик не показывал. Прикидывайте, ой, хочу развернуться, я так неудобно стою. Ой, блин. Как, потянет? Вот и мост золотой, на котором много денег сперли. Хорошие люди, чиновники. Я их люблю, вы сами знаете. Про анекдот готовлю вам про них. Я же обещал вам анекдотов порассказывать. Вот и порассказываю. Все, удаляем. Удаляем, друзья, удаляем город. Удаляем его подальше. Все. Теперь вот смотрите, куда я залез и куда мне теперь слазить.
Видали? Это брашпиль называется. Это трюма. Трюма открытая. Пароход должен вечером уходить в свою любимую Корею. Северную. Южная Корея дерьмо, а Северная Корея гуд. Ну, для меня так. Я же советский человек. Ну, пока. Наконец-то я встретился с моим другом. А другой убежал. Не любит, да, фотографироваться. Ну, друг мой, куда он убежал? Слышь, я не понимаю по-корейски, честное слово. No. Speak. Ну, ладно, давай тебя сниму. Ой, какой хороший человек. А, хороший, да? О, ну, самый лучший кореец. Правильно? Ой, еще. Ой, классно. Это мои друзья. Друзья от меня прячутся. Друг, ты что от меня прячешься? Ну все, они не хотят сниматься, они устали, правильно? Аба! Попался! Сони, Сони, это Сони. О, не, я не продаю, не буду продавать. Я снимать вас буду, представляешь? А продавать камера я не буду. Ну вот, мой друг оделся, сбегал, оделся и убегает от меня. А я за ним. А я за ним иду. Вот он. Друг, поверни лицо. Фейс поверни. Вот у меня друзья. Хорошие. Кушают мои любимые сушки. Представляете? И конфеты. Они любят наши сушки и конфеты. Вот он набрал горсть от меня сейчас и побежал. Ой, друзья. Чего я увидел? Какой... Ну, многоточие ский, этот пароход. Смотрите, корма обрубленная, настройка какая-то страшенная. Я таких и не видел никогда. Севастопол называется. Вот здорово, а? Это охренеть. Я кино снимаю. А? Хочешь, тебя сниму? Севастопол. Это мой друг сказал, что это Севастопол. Посмотрите, какой он страшный пароход. Он женщины ходит вокруг. Короче, ужас. Я на таком пароходе не хочу работать. А поэтому я и не работаю. Представляете? Я уже скоро 2 года будет, как не работаю на пароходе. Друзья, я долго-долго думал, долго-долго смотрел. Сначала смотрел, а потом думал. До какой же степени здесь, на этом пароходе, который носит гордое имя Севастопол, которым я 3 года на службе кровь мешками проливал, когда его брал. Такие уебские спасательные средства. Это ужас. Помню, при мне было шлюпка называлась, ял, 6-весельный. Мы садились, 6 моряков, каждому повезло в руки, по одному в 2 руки. И один на корме. Я когда стал старшиной второй статьи, стал сидеть на корме. Тогда я уже ими командовал. Я говорил, и раз, и раз, и мог и 2 сказать. Понимаете? И вот так я радовался жизни, глядя на бедных матросов, которые у каждого было по веслу. У меня тоже оно было. Перед этим, как я стал сидеть за румпелем, за рулем. В общем, друзья, ну что я могу сказать?
Мельчает флот российский и военный, и гражданский. Следь, за державу обидно. Я, наверное, закончу съемку, иначе я разрыдаюсь, друзья. Вы уже слышали в первой части фильма мои слезы. Так что я закругляюсь. Понаблюдайте, друзья, как грузится мой любимый пароход Тайсунг 422. Видите, сейчас вот этот дяденька, который называется докер, подцепит 4 мешка. Больше не может, потому что 4 крючка. 4 мешка на 4 крючка. И в кране вон дяденька сидит, видите, дяденька там. Дяденька повезет эти 4 мешка в трюм. Поняли? Вы, главное, наблюдайте. Друзья, я бы... Это мой друг корейский вышел, я с ним хихикаю. Я со всеми корейцами хихикаю по-дружески. Представляете? Ну все, вот сейчас поедет, видите? Дяденька, который на кране, повез 4 здоровых мешочка в трюм. Видите, они поехали в трюм. Ну что, друзья, докладываю. Это последние 4 мешочка на этой машине. Итого, значит, машину разгрузили ровно за 14 минут. Выкидывайте? Не, наверное, больше, за 15. Пока дяденька не подцепит, не будем считать. Значит, за 15 минут. В общем, 15 минут уходит на машину. Вы поняли? 15 минут уходит на машину. Дяденька на кране сейчас загрузит. Все, дяденька на машине уходит. Сейчас машина будет уходить. Значит, 15 минут. Друзья, смотрим, уйдет машина или нет. Все, он его разбудил. Дяденька вот постучал по кабине, разбудил его. И водила сейчас поедет. Я вам все-таки покажу, как он поедет. Потому что, может быть, он не поедет. Нет, завелся. Машина завелась. Машина. Ты, ну машина, ты поедешь или нет, машина хренова? Не хочет машина ехать. Поехала машина. Видали, она задом ездит. Машины ездят здесь, в порту, задом. Все машины в порту ездят задом. Запомнили? Или гавкаешь. Хороший собака. Тише. Вот, блин, паровоз валит. Представляете, какой дымище с него валит. Это же ужас. Люди в трусах, значит, поехали на пляж. Поняли? Друзья, вот солнышко спряталось за тучку, но это наверху. Я решил вам показать Батман. Большой морозильный траулер. Полюбуйтесь на этого красавца. Это самый большой рыбак
Я на таком одну путину работал. Путина — это 4 месяца на Ментае, в Охотском море. Вот 4, вот солнышко выглядывает, сейчас кадр нам испортится. И чахотка началась. Итак, друзья, это Батман, хороший пароход. Самый большой среди добывающих рыбаков. Поняли? Плавбаза — это не добывающие, это перерабатывающие. К ней вот такие вот батманы и всякая другая малышня подвозит рыбку мертвую. А какая она еще может быть в трале, если побывала? Она там друг друга давит в этой сетке, в кишке в этой клеточной. В этот трал, кстати, попадает всякая живность. Один раз, помню, вытащили котиков, 2 котика, маленькие такие, ой, жалко их было, но не мертвые. Они больше часа, говорят, не могут под водой находиться, а трал под водой находится 4 часа, раньше его не вытаскивают. Ну, придумано так у них, 4 часа тащим, потом вытаскиваем. Поэтому котиков, когда вытащили, они задохнулись. Ну, их достали, разделали. Умельцы что-то из кожи сделали. Ну, и всякое. Ой, солнце выходит. Друзья, вам уже Батман плохо видно, наверное. Но я, по крайней мере, ослепляюсь. Все, заканчиваю съемка про рыбаков. Нифига себе, крейсер пошел в моря. Представляете, друзья, крейсер пошел в моря. После себя столько срани его наставил. Ужас. Ужас сколько оставил. Посмотрите, какая яхта стоит, катер. Или яхта. Виталий Кирсанов называется. Кто такой он был, непонятно. Но посмотрите, сколько мусора. Мусору сколько. Это ужас. Это моя душа плачет, блин. Как гадят бухты, а? Это ужас, друзья. Ну это ужасный ужас. Вот эта вот гадилка пошла по бухте ползать. Сейчас там нальет солярочки везде. Вот такова наша жизнь в бухте Золотой Рог. Все гадят, бухту убивают. Рыбка. Вот корейские мои друзья пытались рыбку поймать. У меня спрашивают, где фиш? Я говорю, помер фиш. Весь помер. А они все пытаются ловить. Они не понимают, что бухту у нас убили. Какой маневр делает? Представляете? Вы только посмотрите. Ладно, он-то чухнул, мы сейчас другие осмотрим. Давайте посмотрим вот на рыбачка, теперь полностью вы его увидите. И на Кирсанова, что они там творят, волки позорные. Какое-то преступление делают наверняка. Смотрите, друзья, и не делайте так. 13:00. В порту Баграм тишина. Все дружно чухнули похряпать, в смысле пообедать. Видите,
тишина, он только на пароходе там бродит неприкаянные. Но это экипаж. А портовые рабочие шмыгнули со скоростью звука куда-то. Обед. Друзья, я веду репортаж с российско-корейской границы. Представляете, вот я сижу и наблюдаю. Вот это панорама, мне уже вот печенка сидит. А где печенка, я вообще-то не знаю до сих пор. Анатомию я очень плохо учил. В общем, сижу я и думку гадаю. 7 часов мне осталось охранять границу. А как она мне уже надоела за 5 часов, которые я поохранял. Самая суровая граница – это российско-корейская граница, Северная Корея. Там живут наши друзья, представляете? Такие же узкоглазые, как и я. Я похож на корейца? А вот так похож на японца. Ну все, я закончил. Селфи закончено. Блин, стрекозел летает. Друзья, стрекозел, смотрите, стрекозел. Видите? Вот он, вот он, вот он. Ой, как я люблю стрекозлов. Такой хороший стрекозел, вот он опять. Ой, как он нехорошо летает, гад вонючий. Козел. Стрекозлиный. Он меня убил. Стрекозел. Нет. О, есть, нет. Есть. Это мой лучший друг. Ким Ир Сен, Ким Ир Сен гуд? А? Нет. Ким Чен Ир гуд? Гуд? Или гуд? Путин гуд? Путин гуд? Путин гуд? Трамп пидорас? Пидорас? Трамп, скажи. Трамп. Трамп пидорас, скажи. Скажи. Давай, вот смотри, мы с тобой вот так поставим, да? Вот, смотри сюда. Трамп пидорас, гори! Трамп пидорас, Трамп пидорас. О, Аня. Ну что ты? Ну что ты, скажи, что Трамп пидорас. Ну как хочешь. Да вы посмотрите, сколько здесь муки. И вот так. Каждый раз они возят и возят от нас муку, чтобы печь у себя там пенсе. Поняли? Мы тут хлеба не доедаем нафиг, у нас не хватает хлеба, они им муку на пенсе отдают. Это несправедливо. Нет, друзья, это по-братски. Мы с голоду совсем не помрем. Муки у нас до хрена генно модифицированы. Поэтому мы будем давать друзьям муку высшего сорта на пенсне. Пусть пекут, кушают наши друзья-корейцы. И радуются жизни. И прославляют свою Ким Чен Ира, который положил письку на Трампа, про которого корейцы говорят, что он пидорас. А я тоже говорю. Американцы все пидорасы. Однополая нация, что возьмешь с них?